Новые импульсы развития территории в центре внимания главы региона. В Киржаче губернатор Александр Авдеев провел выездное заседание правительства. С местными властями он обсудил основные точки роста и решения проблемных вопросов. У Киржачского района колоссальный потенциал для развития. Именно поэтому год назад здесь была создана особая экономическая зона «Владимир». И результаты уже есть. Это видно по динамике промышленного роста, говорит губернатор, и ставит задачу продолжать наращивать темп. Мы видим, как растет оборот и в промышленном производстве, и в торговле. И это логично увеличивает доходы жителей, увеличивает количество рабочих мест, растет средняя заработная плата. Средняя заработная плата здесь на 20% выше, чем средняя по области. Практически 75 тысяч рублей за счет как раз промышленных предприятий и логистики. О точках роста и перспективах развития губернатору подробно рассказала глава администрации района Елена Карпова. В должность она вступила относительно недавно, в конце прошлого года. Но этого времени ей хватило, чтобы понять сильные и слабые стороны района. Туризм, безусловно, сильная. Но чтобы отдача в этой сфере была полноценной, еще многое предстоит сделать. Интересов у наших туристов есть к нашему городу, району. Но, к сожалению, у нас нет инфраструктуры, про что вы нам сегодня указали, в сфере благоустройства, в сфере стоянок, в сфере других каких-то моментов. Поэтому в этом направлении мы сейчас будем разрабатывать общую концепцию развития туризма на территории Киржачского района совместно с частным туризмом. Много работы предстоит в Киржачском районе и по другим сферам. Например, это здравоохранение. Для более досконального разговора о болевых точках в медицине глава региона Александр Авдеев приехал в Киржачскую районную больницу. В этом учреждении затянулся капремонт. Здесь возникли проблемы с подрядчиком. Чтобы как можно быстрее обеспечить жителей качественной медпомощью, правительство уже выделило дополнительные средства на завершение работ. Я надеюсь, что мы до конца этого года доведем нашу поликлинику до конца и завершим ремонт. И уже в следующем году наши пациенты смогут приходить в новую, обновленную, красивую, современную поликлинику. Будем стараться развивать также и стационарную помощь с новыми видами оказания помощи. Материально-техническую базу медучреждений нужно обновлять повсеместно. Такое поручение дал глава региона Александр Авдеев. Комплексный план обновления должны будут подготовить специалисты регионального Минздрава совместно с руководством Киржачской районной больницы.